Что касается песен о настоящем, я слово «настоящее», ну, мне было удобно, поэтому я решил его воспринять как временную метку, да? То есть настоящее — это то, что сейчас происходит. Поэтому я спою сегодня, наверное, вот все то, что совсем недавно сочинилось, в той или иной степени. Вот первая пара песен будет в таком фольклорном духе. Это песни очень старые, но я полностью их переписал, то есть я полностью новые тексты написал. Представил, что было бы, если бы эти песни я написал сейчас, а не 15 и больше лет назад. Потому что уже в старом варианте я петь их не мог. Как-то совсем уже стыдно было. Вот, а песни хорошие, поэтому решил переделать. Вот первая песня такая совсем фольклорная, такая в английском духе. Я думаю, что будет интересно сочетаться с тем, что только что звучало. Яблоком спелые сады,
Через край лились светлые пруды, а на глубине чинно плавал карп, подставляя солнцу гладкие бока. Ни зимы, называется «Сказка», как и 15 с лишним лет назад, но слова там совсем-совсем другие. А теперь совсем новые песни.